На премии Муз-ТВ мне было ужасно грустно наблюдать, какую неловкость испытывали настоящие большие артисты, к которым я отношусь с огромным уважением. Они годами завоевывали право стоять на сцене. Это настоящие Илоны Маски от профессии. А есть бездари, у которых в руках случайно оказался микрофон. И именно их я называю цирком уродов. И я рада, что вы себя в нем чувствуете комфортно.